всякое случается, далеко не все мечты сбываются, но встречает этот праздник нас и надежду дарит каждый раз. Смех друзей, переборы струнные, разговоры тихие и шумные. Пусть приходит праздник, не беда, что напомнит там нам про года. Сбывающийся сон, хмель, вина и песен звон в дом приносит он. Этот праздник — день рождения, в нем живет печаль осенняя. Нет, потому давай, что каждый год он настойчиво ведет годом на счет. Правильно говоришь? Смех друзей, перебор струнные, разговоры тихие и шумные. Пусть приходит праздник, не беда, что он напомнит там нам про года. Да, 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 да. Этот праздник — день рождения, в нем есть музыка весенняя. Сегодня мы... Да. Сегодня мы... Как это называется, юбилей-то? Нет, а какой юбилей? Это круглая дата. Да, круглая очень. Но... Даже цифру-то называть. Да ничего, цифры. Мы цифры будем называть, когда молодые девушки придут. Ну, так, 45, да? Давайте по жене посмотрим, сколько жена... 18,5. Вот, а значит, именинник, я как понял, на 2 года. А в душе года. Ты он вообще, наверное, тоже молодой. Ты что, он стройный, как кипариса. Она его какого взяла, такого вот привела. Вручает. Да, да, да. Не говори. Моментом, да, как эти русеются, да. Где мы их будем смотреть? Чувак. Привет, папик. Да, хорошо, хорошо. Вот девушку снимем. Зовут ее. Так. Оп. У меня рабочая тут одежа. Я не заснимываю. Убери пока, убери. Просто ты знаешь, товарищ корреспондент. Давай. Вообще не знаю, какая ты это. Тоже? Рад. Понял ты его? А, это не говорите. Да. Я-то не знаю, что ты друг другом вот так вот. Ты так против, сосед уже у тебя совсем другой, и у него своя там дама. И вот так вот он сидел. Вот мы пришли, допустим, вот тут рядышком, мы, допустим, сели, ну, совершенно другие, да. Да. Люди, они сидят, разговаривают, и вот такой длинный стол, и все сидят. Да, и вот, ну. Ничего себе! Приветик, приветик. А это твои сестренки. Он уже познакомился. Это сестренки. Он уже познакомился. Ну никого у тебя. Пойдем, где это папа с мамой? Сегодня все блеще. Дай мне говори. Здорово, сестра. Как я тебя тут снимаю? Ой, не видно. Скромный именинник. Ему исполнилось всего лишь... Сколько лет-то? Дядь Леша. Здорово. Вот я смотри. О, тут молодежь. Тут тоже молодежь. Вот. Вот. Тянулось время в детстве, ах, как звонко. Тогда стучало сердце мне те, кто старше 20. Казались древними почти. И все дни и ночи я старался вовсе поскорее подрасти. Однажды я эту грань
перешагну и на себя уже с улыбкою взгляну. И вот живу, и жизнь люблю, своих годов летящих я не тороплю. Ах, как 20 зарисела кромка, ах, как в 20 звучали песни громко, не тот, кто старше 40, был чем-то вроде старика. Он забыл о счастье, он болеет чаще, я жалел его слегка. Однажды я и эту грань перешагну, и на себя уже с улыбкою взгляну. И вот живу, и жизнь люблю, своих годов летящих я не тороплю. Стали теперь длиннее ночи, жаль, что стали календари короче, дорога кружится моя. Со мной идут мои друзья. Где наступит старость, где придет усталость, до сих пор не знаю я. Однажды я и эту грань перешагну, и на себя с улыбкой грустною взгляну. И буду жить, и жизнь любить, свои года не стану гнать и торопить, не торопить. На курицу напал, это... Алексей, он оценился. Это не курица, это гусь. А гусь, понятно, говоришь. И терзает его, с яблоками и так далее. Но самое главное, видите, он один в стороне от всей компании, видите? Вот, решил просто покушать. Нет, вот, это, молодец. Это Богдану. Богдану, вот видите, Богдану. Так, крылышко или гуску. Там нет такого? Разбираешься. Вот, видите, тут. Тут раздают гусей. Но. Гусевые раздают гусей. Нормально? Кому? Да. Тоже нормально. Спасибо. Конечно. Надо только аккуратно здесь. Сюда тоже закинуть. Надо? Ворота чуть-чуть. Самая большая дочка, как обычно. Собственно, нет. Оператор. Видишь, освещение хорошее. Наталья, сюда посмотри. И улыбнись. Вот так, молодец. Так, ну-ка, маленькая, вторая. Вот, вот, молодцы. Ой, молодцы, ой, молодцы. Я у вас это самое... Срисовал с фотоаппарата все фотки на компьютер, но это еще не посмотрел. Там кое-какие плохие есть, там можно будет убрать. Но. Так. Рыбу. Здравствуйте. Так. На тебе. Покажи, пожалуйста. Сама придвинула. Что, конечно, плохой не скажу. Вот мы про это и говорим. Нам крупно повезло. Да. И мне, и моим детям. На самый лучший муж и
и папа, и дедушка. Не крути головой, муж. Так. Он уже не крутит. Открутил свое. Ну, что делать? Теперь в нашу сторону только смотрим. Правильно, так и должно быть. А. Самый лучший. Давай. Еще бы долго жил. Ладно, долго пусть живет. Но... Это было бы счастье. Да. Оба, чтоб не хворали, не болели, поддерживали друг друга. Вот. И? Заливай. И. Горько? Поддерживай. Поддерживаем, да. Что он самый? Полностью поддерживаем. И можно мы скажем, Сережа, тост пишет полдевятого. Хорошо. Заявка на тост. Хорошо, пита понятно. Да, пока ей до кондиции дойдет. А Петровна, она все равно до кондиции не дойдет, поэтому ей... Поэтому у нас от семьи представитель есть, который уже практикуется на тостах, мы ему доверим. Думаешь? Да. Ты, короче... Я поздравляю без слов, но от души. Ладно. Короче, я лично понял, что ты, Ника, правильно, Аркадий Сергеевич? Меня стоит. Пожалуйста. Дорогие родные, в это время очень хорошие отношения были, и сейчас я считаю, что отношения нашей всей семьи, я считаю, прекрасные. Всегда друг к другу относятся с уважением, любовью. Поэтому я предлагаю выпить за нашего именинника Алексея Петровича. И выпить с любовью. Благодарю. Рюмки все. Оп. Мне только вот и нет, наверное, да? Если у меня получится темный кадр, да, я не виноват. Потому что освещение таковое и камера такая фиговая. Но ничего. Постараемся то, что будет черно, вырезать, а то, что будет нормально, оставить в кадре. Правильно я говорю? Все. Правильно. Нормально будет. Молодец. Ну. Ой, молодежка. Так. Богдан, ты справился с этой самой с ножкой, нет? Нет еще. Говори быстрее. Справился или не справился? Скорее. Богдан. Что? С ножкой справился? Ножкой справился? Нет, ты давай, 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 кусай. Нечего тут соковать. Правильно? Да. Нет, вот тебе нет. Молодежь, если у вас созреет тост, вы, пожалуйста, мне скажите. Заброшенной эстраде, когда стемнеет, зажигают фонари. Вдруг появляется один печальный парень, на саксофоне он играет до зари. Печальный парень с серыми глазами из саксофона выдувает грусть. О чем грустит он, догадайтесь сами, а я готов об этом просто не берусь. Печальный парень с серыми глазами из саксофона выдувает грусть. О чем грустит он, догадайтесь сами, а я гадать об этом просто не берусь. Ему не надо ни цветов и ни кучи денег, его не манит популярность и успех. Ему не нужно ни Австралии, ни Америк. В старинном парке он готов играть для всех. Печальный парень с серыми глазами из саксофона выдувает грусть. О чем грустит он, догадайтесь сами, а я гадать об этом просто не берусь. Печальный парень с серыми глазами
дедушку. А какой? Дедушку он только может ходить. Дедушка, ты покажи, как ты ну. Бабе. Дай. Бери давай. Прямо? На еще вторую. И беги быстрее, они поймали. Быстрее бегай. Бегом. Вот так, молодец. Все. Какой тебе, Андрюша? Все. А может, поздороваетесь все-таки с нами, а? Конечно. Что, забыли, что ли? Сначала ребятки с вами поздороваются. Ребятки, давайте громко крикнем. Здравствуй. Давайте. Раз, два, три. Здравствуйте. Кажется, мало ели, да? Мало, они вообще не ели ничего. Жвачками, наверное, с утра питаемся, да? Нет. А теперь давайте взрослые с вами поздоровимся. Громко, кто каши больше ест. Но? Ну, раз, два, три, здравствуйте! Вот там только вижу, да. Там вот. Замечательно. Да, точно. А я предлагаю сейчас ребятам не сидеть, тем более, раз они уже поели, не едят, выйдет к нам сюда. У нас тут жульничают, сидят, не выходят. Выходи. Тебя вытащили? Едешь, вы сейчас заберешь. Но. А где он спрятался? А там ребят. Ладно, сейчас пришлет. Ну что, ребят, о, у нас еще один ребенок вышел. Давайте да, с вами. Да, вот его. Сергей тоже подарки захотел, да? Не говори. Ну что, ребята, давайте-ка мы с вами отправимся в морское путешествие. Давайте отправимся. Для этого я вам предлагаю сейчас выйти сюда в кружок, встать. Да. Молодец!
Yes. Молодец, обратно. Обратно возвращаемся. Yes. Спирт,
Завод, говорит, не пускает ее. Мама, мама. Давай, бабушка, поснимай. Давай. Ты расскажи, как. Упал на шифер, скажи. Мама лучше сфотографирует. А ну-ка, дедушка. Давай, дедушка. Нормально, дедушка? Бабушка, иди на колени. Нет. Не нажимай. Давай, фотографируй нас. С дедушкой. Вот. Вот опять есть, опять. Вот видишь? Вот видишь, начинает где красы, значит, она предупреждает. Ну, вот так. Ну, давай это. Шурик, давай. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья, долголетия, счастья, большой чистой любви. Мы, ваши друзья и близкие, приготовили вам такой своеобразный подарок на ваш день рождения. И мне хотелось бы представить члена Барменской ассоциации России города Ижевска, мистер Гаян Гаянов. Давайте все дружно встретимся. Еще. У меня есть небольшая просьба. Всем лучше оставаться на своих местах. Ребятами! Thank you.
Ассоциации России в городе Ижевске, мистер Гаян Гаянов. Поздравляю вас с днем рождения. Ну что ж, друзья, спасибо за вашу активную и бурную поддержку. Я это чувствовал, это было взаимно. Я надеюсь, вам тоже понравилось. Вы можете сами себе поаплодировать. Классная публика, молодцы. Друзья, прекрасно. Ну что ж, Андрей Петрович, с большим удовольствием я хочу вас поздравить уже с вашим юбилеем, серьезная очень дата, и предложить вот один из выбранных коктейлей для вас и ваших друзей и близких. Хорошо? Данное выступление было подготовлено от Ольги и Сергея. Они поздравляют вас и присоединяются. Я вам не вижу, кто это конкретно, но я думаю, вы прекрасно знаете. Конечно, вот эти прекрасные люди. Спасибо, друзья. Я показываю. Я шоу. Я на шоу. Батарейка села. Да. Скажи, да.
одноклассниках целыми днями. Вы будете кофе? Конечно же нет. Дайте мне вина, ну дайте шпачку сигарет. А я иду такая вся в Дольче Габбана. Я иду такая вся, на сердце рано. Слезы душа душат, голос мой простужен. Я иду такая вся, он мне не нужен. Я иду такая вся в Дольче Габбана. Я иду такая вся, на сердце рано. Слезы душа душат, я в плену обмана. Но иду такая вся в Дольче Габбана. Габбана. Я иду такая вся, на сердце рано. Слезы душа душат, голос мой простужен. Я иду такая вся. А я иду такая вся в Дольче Габбана. Я иду такая вся, на сердце рано. Слезы душа душат, голос мой простужен. Я иду такая вся. Нельзя. Рыба сорки. Нет, он февральская рыба. Он, да, февральская лучшая рыба. Чем... Да? Что, Николай Петрович, приехали? Неужели у вас... Да, вот все снимают от вас. Когда горят огнем витрин на старых улицах Москвы, нетрудно встретить этого мужчину небесной красоты. На нем всегда костюм отличный, оттенка кофе с молоком, и побродить по улицам столичным очень любит он. Спросите у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл, кто лучше всех играет простые на гитаре. На это каждый ответит, конечно, Вася. Современник на вечеринку в Дом кино. В таких местах всегда вы непременно встретите его. Футбольный матч «Спартак» «Динамо» и переполнен стадион. А это кто сидит с красивой дамой? Ну, конечно, он. Спросите у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл, лучше всех играет Пресли на гитаре. На это каждый ответит, конечно, Вася. Вася, ну кто его не знает,
всех играет Пресли на гитаре. На это каждый ответит, конечно, Вася, Вася. Кончается, кончается, едва качаются перрон и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно, слов не говори. А голова моя полна бессонницей, полна тревоги голова моя. И как расти не может дерево без солнца, так не могу я быть без вас, друзья. Спасибо вам, не подвели, не дрогнули, и каждый был открыт таким, как был. Ах, не короткие до сердца тронули. Спасибо вам, прощайте, докурил. А все кончается, 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 едва качаются перо и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно, слов не говори. Мы по любимым разбредемся и по улицам, наденем фраки и закружимся в судьбе. А если сердце заболит, простудится, искать лекарства станем не в себе. Мы будем гнуться, но, наверное, не загнемся, не заржавеют в ножнах скрытые клинки. И мы когда-нибудь, куда-нибудь вернемся и станем снова с вами просто мужики. А все кончается, 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 едва качаются перо и фонари. Глаза прощаются, надолго изучаются, и так все ясно, слов не говори. И так все ясно, слов не говори. И так все ясно, слов не говори.